один із небагатьох українців, який грає за кордоном. Ось уже рік, як він футболіст голландського Вітеса. Чемпіонат Нідерландів називає своїм. Хоча у майбутньому мріє опинитися у Бундеслізі. Сьогодні в гостях у Алли Бублі гравець збірної України Денис Олійник. Денис, привіт. Знаєш, ми з тобою домовлялися зустрітися спочатку в Нідерландах, потім домовлялися в Києві, а врешті вийшло у Львові. У Львові ти часто буваєш не по роботі, так би мовити? В принципі, ні, не часто. Тільки в основному це було, коли ігри або збори тут були у Львові, ще коли в Металісті був. Як буде голландською, я дуже радий зніматися в вашій класній програмі. Я не можу так сказати. Я там розмовляю на англійському, як би я... Понимаю практически все, особенно в футбольном плане. И тренер в команде у нас на английском говорит, потому что много футболистов и приезжих. А что ты знаешь голландскую мову? Ну, я знаю там спасибо, здрасте. Ты собираешься вчить эту мову? Она тебе потребна? Ну, и для сейчас в первую очередь у меня стоит это знать хорошо английский. Чому? Англійський язик, він востребован везде, во всіх странах. І в Голландії, в тому числі, кожен чоловік в Голландії розмовляє на англійському язикі. Поэтому, когда я буду хорошо знать английский язык, если я останусь в Голландии, тогда я, может быть, начну учить их язык родной. В контракте не прописано, яку мову ты маєш знати? Ні. Як тобі, в принципі, живеться в Нідерландах? До чого найтяжче було звикати тобі? Мені нужно було, прежде всего, привыкнути к менталитету. Там люди живуть более спокойно, более неактивный образ жизни, как у нас. Там, например, в 5-6 часов вечера все закрывается. В 7 часов вечера закрывается даже супермаркет, и не можешь заехать продукты купить, заправки в Голландии. Поэтому это, к этому всему нужно было привыкнуть. Там иногда бывало такое, что вечером захотел что-то скушать, поехал в супермаркет сначала, там закрыт. Он там до 7, до 8 максимум. Нужно было привыкнуть к мелким моментам с парковкой, потому что у нас нету таких правил. И я первое время там ставил машину, не совсем знал, как мне правильно там заплатить паркинг. Там все настолько спокойно и тихо, как будто никто рядом не живет. Ну, то есть не слышно ни машин, ни шума, ничего. Чуть другой образ жизни, да, он где-то чуть-чуть не... Он отличается от нашего, где-то скучновато иногда. Но... Власне, хотела запитати, не скучно? Ну, бывает скучно, это понятно, потому что я привык к одному образу жизни, в котором я находился всю жизнь. И здесь мне нужно переключаться. Кто тебе помогал на вот первых початках? У меня в Европе проживает агент Андрей Головаш, который рассказывал мне много о культуре. То есть это 911, так, знаешь? Ну, да, да. Плюс в команде там есть два парня с Грузии, которые понимают русский язык, которые объясняли мне многие моменты. Ты мешкаешь в будинку, чи ты занимаешь квартиру, чи... Я проживаю в доме, потому что у меня большая семья, у меня трое детей, и... Мне нужно было там детские комнаты, чтобы было, как, скажем так, разогнаться где детям и чувствовать себя комфортно. Здесь маленькая детская комната. Поиграться. И самое главное – богатство. Ты уявляешь, что ты там проживаешь все життя, вот в такой стране, как Нидерланды? Ну, я пока не задумаюсь о жизни полностью. У меня есть там этап какой-то времени, и я его стараюсь максимально хорошо для себя провести. В футбольном плане это хороший клуб, в котором я нахожусь. Чемпионат голландский очень хороший, мне нравится. Для себя у меня есть свои приоритеты, у меня есть планка, к которой я стремлюсь, и стараюсь выйти на уровень более выше еще. И я не могу сказать, что на сегодняшний день я готов завершить кар'єру в цьому клубі, до кінця в ньому проіграти. Але Нідерланди все-таки з'явилися, як би так сказати, випадково. Мала бути Італія, наскільки я розумію. Ти навіть світлину, пам'ятаєш, там викладав в Інстаграм? Да, ні, це була на самом деле шутка. Я просто виложив, у мене була форма Сампдорії. Да, ти взяв її. Вот. Ну, так, у мене там привезли, але у мене було... Я просто виложив в Інстаграм, как бы пошутити там, ну, как бы это было несерьезно. Я потом... Кто-то мне написал комментарий, я ответил, говорю, да не, я шучу, это просто так. После Нидерландов, какие ты горизонты бачишь? Ну, мне нравится очень Бундеслига, мне нравится, как вокруг футбола, как болельщики и как играет Бундеслига, команды, как играют, мне очень нравится. Бавария?
Ну, Бавария – это, скажем, такой самый высокий уровень. Ты знаешь, когда ты сказал про Баварии, тебе очі загорілись, я це помітила. Ну, я много знаю о Баварии, потому что я с Тимощуком хорошо общаюсь, дружу, я вам немного рассказывал. Поэтому я знаю, какой это клуб, это топ-клуб, я знаю, какая там организация. Я уже бачу цю эмблему Баварии. Да? Ну, дай Бог. Вона тобі так само буде личити, як эмблема збірної України. Як ти вважаєш, чому так мало українців за кордоном грає? С чем это связано? Ну, во-первых, я считаю, что за наших украинских футболистов просят большие деньги. И потому что я знаю, есть предложения, поступают они регулярно по украинцам из закордонных клубов. Да, очень часто мы слышим по Жене Коноплянке, по Андрею Ермоленко. Плюс я знаю других футболистов, которые тоже есть. Ну, есть какие-то цифры, которые, наверное, не устраивает, может быть, и другие клубы, которые интересуются, они считают, что это много. Я считаю, что наши футболисты, многие могли бы играть в хороших топовских чемпионатах. Ты бы в Рому пришел? Куда? В Рому. В Рому? Угу. Ну, я не могу сказать. На данный момент? Да. А от Коноплянка не прийшов? Ну, він в другій ситуації. Питання було лише власного бажання Коноплянки, наскільки я розумію. Ну, у нього є пріоритет чемпіонат Англії. А якщо його туди не запросять? Ну, його туди приглашають, і ми це знаємо. І в прошлому році у нього трансфер буквально сорвався з Ліверпулем. А в цьому році? В цьому році у нього теж були варіанти туди потрапити, але є якісь нюанси, я не знаю їх всіх, я не знаю, які причини. Я знаю одно, что он хочет чемпионат Англии, и он стремится туда, и я знаю, что там его хотят. Все вот про легионеров, точнее, украинцев, которые не играют за кордоном. Раньше это была одна из причин, то, что там очень платили не такую зарплатню, как платят в Украине. То есть зарплатни там меньше, так? Ну, смотря в каких чемпионатах и каких клубах. В Нидерландах как это? Правда, що є там такий закон, за яким футболісти, які легіонери, так, які більше там 20 років, отримують там більше 400, здається, тисяч євро. Ну, у легіонера, да, можна бути мінімальна зарплата 450 тисяч євро, вроді. Це грязно. Зарплату в євро отримуєш? Ну, звісно, там все в євро. Класно, приїжджаєш в Україну і мільйонер, так? Ну и да, с этим сейчас, с сегодняшним курсом, да, даже там ребята шутят, говорят, поменяй 100 евро, купи команду во второй лиге. Зараз в Украине купить валюту, ты же знаешь, это великая проблема, не просят там провести, поменять. Не, пока не просят, но я сказал, если надо, пусть обращаются. Знаем, что власник Витеса россиянин, так? Да. Правда, что он друг Абрамовича? Ну, насколько я знаю, да, потому что сейчас летом Челси у нас на базе на сборах были. У нас играет 4 человека, арендованных с Челси. Молодых, достаточно высокого уровня очень. Мы играли товарищескую игру с Челси летом, но у нас на стадионе, на центральном стадионе в Арнаме. И они 8 дней у нас на базе тренировались. То есть мы видели, пересекались с ними. Разом не тренировались? Нет, ну мы вместе не тренировались, мало того, что Мауриньо не позволял наблюдать тренировки, то все было закрыто, все было конфиденциально. Даже для Витеса? Ну, я не знаю, может, тренера наши могли смотреть, но футболисты не смотрели. А есть шлях зворотний из Витеса в Челси? Да, потому что я знаю, что Матич, который сейчас играет в Челси, опорный полузащитник, он играл в Витесе, сейчас он играет в Челси, но после Витеса он был еще в Бенфике, если я не ошибаюсь. Ти сподіваєшся, що один день якось там в Челсі? Чи то не твоє? Я знаю одну, що якщо я буду там грати добре і буду грати результативно, я можу легко потрапити в будь-який топ-чемпіонат. Як зараз граєш? Це є оце добре? Ну, я звик оцінювати реальне своє дійство. Я вважаю, що зараз я граю нормально. У першій частині ми дізналися, до чого найтяжче було звикнути Олінику у Нідерландах. І чому українські футболісти не їдуть грати у Європу? Далі ми дізнаємось, чи потиснув би Денис Олійник руку Хуан де Рамосу? Чому пішов із медаліста? І про який крок шкодує нині? Я зараз виходжу, скажімо, на рівень, який у мене був раніше. Мені потрібно було час, щоб повернути те, що я
простирал. То прівень українці, коли був? Це коли? Який? Ну, когда я переходил с металлистов в мед. Скажем так, у меня было два очень хороших предложения с Европы тогда. И очень хорошие клубы. И я мог потерпеть металлисты год, перейти в хороший клуб, в очень хороший чемпионат. Ну, тогда я где-то был чуть-чуть, может быть, психологически не настолько силен. И плюс Днепр предложил хорошую трансферную сумму за меня металлисту. Металіст це устраивало харківський. Але наскільки я знаю, тебе це не влаштило. Ти не хотів переходити з металіста в Дніпро. Ну, тебе змусили, навіть ти казав неодноразово якихось інтерв'ю. Скажімо, я не мог договоритися по некоторым моментам з металістом в своєму контракті. Но це була не фінансова сторона. Це були інші пункти контракту. Ну, президент не хотів на це йти. І тебе теж відправили в Дубай? Так, мені сказали, що раз ти не хочеш підписувати з металістом і не переходиш в Дніпро, ми не можемо на тебе розраховувати, будеш працювати добре. Ти кажеш, це не фінанси були, але мені здається, завжди у футболістів, якщо щось не складається і за чого проводять Дубай, це перш за все фінанси. В контракті ми хотіли вказати фіксовану суму, стоїмость свою, за яку мене мог би викупити будь-який клуб, крім українського і російського. Тобто, щоб у мене була відкрита дорога в Європу. Не шкодуєш, що там? За цю ситуацію в металісті, за ситуацію в Дніпрі. Ти все вчинив так само, якби можна було повернути? Ну, в металісті там ніякої ситуації не було, просто можна було залишитися в металісті, підписати контракт. Звісно ж, вже коли оцінюєш через період часу та ситуація, яка сложилась в Дніпрі, і розумієш, що, мабуть, не треба було виходити, все було добре в Харкові. Ну, я ж не знав, як буде. Я знав, що мене хоче бачити Хуан де Рамос в команді. Я знав, що він дзвонив. Говорил, чуть ли не уговаривал, что он рассчитывает на меня, чтобы я не боялся, переходил. Все ж таки, так что ты сказал такого Хуан де Рамосу, что он так образился на тебя? Мы играли с Арсеналом киевским, первый тур чемпионата Украины, после сбора. Мне позвонил журналист, задал вопрос: Денис, почему тебя не было в заявке на матч с Арсеналом? Я ответил, говорю, есть главный тренер. Задайте ему вопрос, он определяет, кто попадает, кто не попадает. Я не знаю почему. И добавил, говорю, если можете спросить вообще у него, зачем он меня приглашал в клуб, раз он на меня не рассчитывает. И его эти слова задели. А как он это прочитал? Ну, у него там все, он, то, что он говорил в интервью, что он никогда прессу не читает, он знал прессу впервые всех. А я? Ему все докладывали. И кто? Все, ну, у него были люди в Днепре, которые помогали ему. Был переводчик, может, и он говорил, я не знаю, но были люди, с которыми он общался в Днепропетровске. Он всегда был в курсе событий футбольных, прессе, что каждый футболист Днепра говорит и так далее. На следующий день только вышло интервью, утром, уже у нас утром тренировка была в 10 утра. Он мне это интервью... Показывает? Ну, не показывает, а собрал команду. И все это сказал, ты чем... Ну, то есть, такие моменты, ты чем-то недоволен. Я сказал... Чем я не знаю, я ответил, что я сказал. Что я сказал не так. Ну, шкодуешь, что ты дал тебе интервью? Яке спровокувало все эти події? Я считаю, что ни один бы тренер не отправил за такого интервью. Потому что я ничего не сказал. А на Хуан де Рамоса ты маешь образу? Я не могу сказать, что я там на него зло или как-то уже со временем прошло. Ну, какой-то осадок неприятной работы есть. Потиснув би руку, якби зустрів, от зараз він заходить? Позоровся би, звісно. Керівництво Дніпра, як тобі здається, все ж таки за тебе сповнили от такі гроші? Там, не запитувало Хуан де Рамоса, чому цей футболіст, якого заплачені ось такі гроші, не грає? Я не знаю, може бути, задавали питання, може не знаю. Я знаю, що футбольний клуб Дніпро, руководство Дніпра хотіло, щоб я залишився в Дніпрі. І мені предлагали контракт на протяжении года регулярно последнего, когда год оставался, и когда я был в дубле. Мне раза 3-4 предлагали подписать новый контракт. Я не видел целесообразно это делать, так как я не знал, останется Рамос или нет. Я понимал, что он на меня не рассчитывает. Если бы Маркевич пришел зимой, то, скорее всего, бы я остался в Днепре. У другій частині ми дізналися, чому стосунки Олійника та Рамоса не склалися. І чи ображається він на екс-коуча Дніпра? Дивіться далі. 100% влучність Дениса Олійника. У чому секрет? Чому у Нідерландах він мешкає без сім'ї? І в якій країні мріє побувати?
Денис, дивись, ну чому ми привели тебе сюди? Тому що ти бомбардир. Треба тобі потренувати влучність, правильно? Согласен. Вперед. Будете попав? 80. Але попав? Реально попав? Денис, ти мене вражаєш. Десятка? Я не вірю в це. Ви мені принесете потім, так? А ти раніше стріляв десь? Ні, перший раз. Ну, хотілося б, щоб все время хорошо було. Який там результат? Не попав. Молоко, так? Молоко? Десятка? Дві. Дві десятки. Дев'ять. Дев'ятка. Ну, три десятки, слухай. Три десятки. Ти ж забив, наскільки я знаю, в Вітесі три голи. Ну, чотири. Чотири? З кубком, так. Да. А в чемпіонаті три? Так. Да. Який для тебе це результат? Я мог забити намного більше голів, і в останнє час у мене дійсно були проблеми з реалізацією. І где-то чуть-чуть... В завершении не хватало, может быть, хладнокровности, везения, но ну, все в совокупности. Я знаю одно, что если я забью гол, то у меня пойдет, ну, пойдут голы. А чтобы прорвало, что треба зробити? Просто забить. Як різняться твої от, завдання на полі у Вітесі і в збірні України? Практически мы разговаривали с Михаилом Ивановичем Фоменко. Он меня спрашивал, какие принципы игры у меня в ВТС. Я ему говорил, тренер требует от нас сборной практически похожие процентов на 80 того, что требует от меня в ВТС. Поэтому для меня все понятно, все знакомо и никаких проблем нет. Хотелось в принципе сыграть против Испании? Любому футболисту хочется сыграть, и нет смысла этого отрицать, но прежде всего для меня стоял во главе было это то, чтобы команда удачно сыграла в Испании. Как ты думаешь, чему тебе Фоменко не поставил в эти игру? Тренер видел по-своему игру, и он считал, что нужно было сделать такие изменения, и это его решение. Я был готов, если бы меня выпустили, выйти. Отдать все силы на футбольном поле. Вітес, в чемпіонаті України, в якому місці був? По ігрі ми в Голландії одні з лучших. По созданню голевых моментів, по владению мячом. І я думаю, що в чемпіонаті України Вітес боролся б за призове місце. Ти ж, мабуть, як приходив в Вітес, ти ставив собі якусь мету? У мене була ціль набрати кондиції, повернути свою игру, которая у меня была, и она возвращается, и она, я от игры к игре себя чувствую лучше и увереннее. Сейчас уже по истечению там, 8 или сколько месяцев, 9, как я нахожусь в расположении Витеса, я могу сказать, что я адаптировался только сейчас где-то. Я так понимаю, что в Украину ты уже не повернешься в футбольную Украину? Я бы так не говорил, все может быть в жизни. Я буду играть в футбол, а по мере поступления каких-то предложений мы будем... искать оптимальний варіант для мене. Це тобі на пам'ять? Ось так. Це тобі на пам'ять про Львів, спасибо. Мабуть. Спасибо. Наскільки знаю, в Нідерландах ти живеш сам. Дружина з дітьми мешкає в Києві. Чому так? Вони були зі мною 2 місяці. Там є свої закони, по яким ти не можеш знаходитися більше 90 днів або скільки на території Голландії. Нужні неопределені документи, чтобы они могли находиться регулярно со мной. Поэтому сейчас, летом, когда я все там пойму, что я остаюсь в Витесе, мы оформим все нужные документы, и они уже смогут находиться со мной все время. Часто бываешь в Украине, бо просто заскучав за рідними? Вот просто взял, прилетел? Ну, у меня нет времени, чтобы я мог просто прилететь. У меня было вот недавно... и то был один день, но я к тренеру подошел, он меня отпустил. Тренировки, и 2 дня я полетел в Киев. А так приезжает жена с детьми. В последнее время там раз в месяц они там приезжали, неделю были у меня. Ну, то есть так, ну сейчас уже будем скоро все время вместе. Дружина, тебе не ревнує? Ти сам самісінький, такий гарний. Фанаток багато, напевно, ні? Да ні, у нас отношения строятся на доверии.
Если человек хочет что-то сделать, он сделает, об этом никто знать не будет. А она пока не рвана же дружина. Дружина там сама в Киеве. Она с утра до вечера занимается детьми. И у нее нет ни времени, ни сил, ни на что, кроме детей. Поэтому, тем более, мы все время на связи, у нас нет таких моментов. Для твоего віку неймовірна кількість дітей. Троє. Да. Тобі 27. Ну да. Ну это ж хорошо. Записали, кого? Твою дружину, правильно? Да? Да. Коли він біля дітей, я можу сказати впевнено, що це є батько з великої букви. Тому що вони його чекають з таким нетерпінням, що деколи мені навіть здається, що для них головніше тато. От. Але... Все, що я можу сказати, що він любить дуже своїх дітей, і в нього всі перспективи ще мати четвертого сина. Вас не лякає така перспектива? Ні, я наоборот йому сказала, якщо ти нормально себе будеш почувати в будь-якому плані, в професійному, і ти будеш на це готовий, я тобі подарю ще двоє дітей. Чуть жарко стало після чаю. А після, чекай, після чаю чи після того, що ти почув? Ні, після чаю. Ні, почув після. Не после того, что слышишь. Дети – это счастье, это радость, и их мало не бывает. Насколько я знаю, у вас с дружиной очень велика разница, так? Ну да. Она старше за тебя, да. На 12 лет. Да. Здесь ничего нету, и я считаю, что она выглядит моложе меня. У нас по этому поводу нет никаких недоразумений, и у нас хорошие отношения. Кто написал гимн Украины? Вона була предупредити мене, як подготовлюсь. Я нікого не попереджу. Чубицький. Добре. Гравець, який грав у чемпіонаті Нідерландів та викликався до збірної України. Левченко. Ну і Олійник. Скільки коштує квиток на рейс Амстердам-Київ? Авіа? 300-400 євро. Як називається футбольна ліга в Сполучених Штатах Америки? МЛС. Хотів би там грати? В 35. Яке місто може щезнути під водою? Дружина сказала, ви там ще не були. Венеція. Не були в Венеції? Ні. Повези дружину в Венецію. Повезу, обов'язково. Знаємо, що одна із твоїх мрій, крім грати за Мюнхенську Баварію, ще побувати в Сполучених Штатах Америки. Да. Ну, чи? Спасибо большое. Обов'язково, коли поїдемо в Америку, я хочу сходити на хокей, баскетбол, бейсбол. І футбол, то есть зацепити все. Словом, перед тим, як поїдеш в Штати, обов'язково прочитайте всю книжку. Ми спеціально шукали найбільше. Хорошо, спасибо большое. В гостях у Алі Бублі був футболіст збірної України і голландського Віттеса Денис Олійник. Не пропустіть, вже наступного тижня ми зустрінемося з гравцем київського «Динамо». Підписуйся на наш канал.